Смотрите, так, это Петроградская сторона. Я здесь живу. Меня зовут Роман Сергеевич. Здравствуйте. Смотрите, что здесь написано. Видите, не буду произносить это вслух. Это не так плохо. Здесь много граффити разных написано. Но мы это не приемлем. Даже не за то, что слово «сосите» это нам не нравится. За сексизм, за маскулинность такую, за агрессию, за патриархальную такую вот брутальную хейтерство. Сосить это как нечто непристойное, может, это не так плохо само по себе, да? Вы видите это. Но суть в чем? В том, что оно организует некую пенетрацию, да, проникновение, некое унижение другого. А мы перевоплотим это во что? Мы поэт, Роман Сергеевич, член Союза писателей, санитар Петроградской стороны, перевоплотит сейчас это в... Сейчас скажу. Вот, было сосите, стало спросите. Спросите у граффити. Спросите у граффити. И оно вам ответит. Всю правду скажет истину, потому что граффитчики аутентичные ребята, которые оставляют разные лого, иногда абстрактные, несчитываемые, или какие-то слова на стенах. Это как бы вполне понятная вещь. Так вот, спросите. Научитесь задавать вопросы. Те, кто задает вопросы, те сегодня воистину правят миром. Модераторы. Незаметные модераторы этой реальности. Спросите у граффити.